Ну и еще о шоу-бизнесе, ну, в данном случае об одетом. Мама одобрила клип. Дочь Татьяны Навки, Саша Журина, выпустила дебютное видео. В клипе на песню «Мною дышишь» приняли участие солист группы M-Band Никита Киос и фитнес-модель Роман Шлякис. Выступает под псевдонимом Алексей. Эта песня девушки не первая, уже записала несколько синглов. У нее есть и свои поклонники, а новый клип Саша. Алексей просматривала вместе с мамой. Татьяна Навка даже вносила правки и давала советы, но в целом спортсменка оценила работу дочери на отлично.